Всем привет-привет друзьям и гостям моего канала. С вами Елена. И сегодня я хотела вам показать, как я буду закрывать свой виноград. Виноград у меня всего один, так как я уже вам, друзья, говорила, что места у меня нет, чтобы посадить много кустов винограда. Но вот один я посадила. Сорт называется Алешенькин. Такой он зелененький, как кишмиш, довольно такой сладкий. Вот. И как бы пришло время, чтобы его закрыть. Первый снег у нас уже был. Потом он растаял, значит, вот этот снег. И вот сейчас у нас опять снова идет снег. Сегодня у нас 26 октября. У нас пошел снег и, наверное, уже, друзья, не растает. И вот для этого я и хотела сегодня показать этот ролик, пока тут не насыпало сугробов, как я буду закрывать свой виноград. Виноград я закрываю очень просто, легко и без всяких каких-то либо заморочек. Вот, ничего такого особенного не делаю. Ну вот хочу показать именно мой способ, как я буду закрывать свой виноград. Сейчас я одену перчатки, друзья. Приготовила я уже досточки. Приготовила пленку. Пленку старая у меня оставалась еще от старой. От старых дуб я закрывала. Вот, сейчас мы его вот так вот уложим в эту ямку. Здесь у меня ямка такая сделана. И пришпилим. Вот такие у меня железочки сделаны из этих шампура. Сейчас я их вот так вот пришпилим, пока у нас почва теплая еще. До этого я обрабатывала яблоньку свою, значит, от грызунов, чтобы от всяких разных вредителей красила. И немножко покрасила я, побелила и свой виноградик. Потому что мышки у нас любят в такие места забираться. Вот так. Виноград у меня еще небольшой. Вот здесь сейчас мы пришпилим. Ну вот. Вылазит. Вылазит. Как обрезку винограда я вам уже показывала, как я ее делаю. Вот, теперь я сейчас возьму. Какие у вас есть, такие у меня тут есть, всякие разные, и начну укладывать досточками. А весной постепенно будем открывать. Вообще не закрывает виноград. Ну, у нас Сибирь, я живу в Новосибирске, поэтому приходится закрывать вот, вот таким вот образом. Сейчас сделаем, потом я сделаю. И кирпичиками заложу. Потихоньку у нас сейчас снег выпадет, все это прикроет дело. Все, наш виноградик закрыт. Очень просто и легко. Сейчас я еще сюда добавлю
Еще добавлю сюда немножко. Сейчас найду кирпичиков. Заложу вот так вот, вот эти места. И все. Наш виноградик закрыт. Пробовала я в прошлом году. Я вложила соломку. Вот. И в итоге все равно мышки там подзавелись. Но я, конечно, побелку не делала в прошлом году винограда. В этом году решила сделать все-таки, подстраховаться, чтобы не объели мой виноград. И чтобы на следующий год мы были с виноградом, друзья мои. Вот. Я думаю, ничего такого особенного здесь нет. Но, конечно, для начинающих садоводов, любителей, я думаю, что это очень даже и пригодится. Вот. Друзья, кому понравился мой ролик, подписывайтесь на наш Катюшка канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, друзья. Всем хорошего настроения, тепла. Погода, конечно, у нас великолепная стоит, довольно, ну, тепло еще. Тепло, такой снежочек идет, красиво, конечно. В такую погоду хочется гулять да гулять. Вот, друзья, хотела бы вас еще попросить о том, что если кому нравится наш канал с Катей, делайте репосты на своих страничках в соцсетях. Может быть, кто-то еще к нам подпишется, еще с нами подружится. Вот. И вам как бы не сложно, и нам с одной стороны хорошо, да? Ну вот, вот об этом я хотела вас попросить. И, друзья, до новых встреч, пока-пока!